История строительства нашей местной достопримечательности. Однажды весной, проходя здесь мимо данных мест, мы увидели строительство вот этого сооружения. Вот поставлен этот памятник трагедии 1918 года. Здесь вот стоит икона. И вот такие вот места. Вот. И однажды, проходя здесь мимо, у меня строитель, который строил этот памятник, спросил: а не знаешь ли ты, где можно найти камень? Я говорю: ну, наверное, можно на карьере найти его. Вон там, неподалеку, песчаный карьер. Он говорит: я там был, там нету. Вот. И я пошел домой, иду и увидел большой камень, который теперь лежит в основе вот этой верхней части. Вот, я его принес сюда, положил рядом со строительством этой. Вот, и на следующий день, проходя мимо, уже он был завершен. И один из камушков, который я сюда принес, был поставлен сверху. Вот такое вот чудо у нас тут в лесу.